15 февраля в Беларуси отмечается памятная дата. Именно в этот день, 29 лет назад, были окончательно выведены советские войска из Афганистана. В день памяти воинов-интернационалистов в Могилеве прошел митинг-реквием. Сегодня на набережной реки Днепр собрались почтить память тех, кто участвовал в военных действиях на территории Афганистана. Среди воинов-интернационалистов были 30 тысяч белорусов. 800 человек не вернулись с тех фронтов. Это несчастье обрушилось и на Могилев. 23 семьи не дождали своих сыновей и мужей. 78 человек получили контузию, и 26 могилевчан вернулись инвалидами. В Могилевской области их проживает более 3600 человек. По-разному сложилась судьба каждого из них. Однако они продолжают плодотворно трудиться на предприятиях, в организациях и регионах. Активно занимаются общественной деятельностью, проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Возложить цветы скорби на мемориал памяти погибшим в Афганистане пришли городские власти, силовые структуры, родственники погибших солдат, участники боевых действий и общественность города. Почтили память погибших минутой молчания. Афганская война длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. За это время свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле. 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней. 311 человек пропали без вести. Память о них будет вечной. Они навсегда останутся героями своего времени.